Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. Блин, знаете, вот честно, когда запись выключает, такая гладкая картинка, а тут... Эх, сейчас забыл поставить видеозапись. А тут, ну не гладко все, ну не гладко, но чувствуется вот эта заторможенность. Где реликвия? Она тут где-то подо мной? Я ничего в такого... Хотя здесь может быть что-то, но я сомневаюсь в этом. Хотя нет, смотрите, здесь какая-то пустота изображена. Тихо. Сейчас заберем, что здесь у нас есть. Пойдем, короче, в магазин, тпхнемся. Я надеюсь, они ж не тут, не внутри. Не. Так, паук, поехали. Карта. Да, я починил этот сразу. А, как сказать вам? Карту из-за того, что... Ну, я, короче, перешел просто в главное меню, да и вернулся. Во-во, прогрузочка была. Это была жесткая прогрузочка. Поехали. Бронежилет точно купить. Как же я мог забыть? Халявненькая. А есть. Ну, в основном это оружие то же самое, что у меня были. Тихо. Любимое оружие, эйси. А хотя можно их купить тоже, как бы. А, подождите, это аж новое оружие, да? Или нет? Это что-то они дорогие какие-то, знаете? Очень дорогие. Вот я М бы купил. Это М-ка должна быть. Хотя ладно, все это потом купим. А, бронежилет я забыл купить. Вот что я забыл купить. А, карты я могу покупать тоже теперь. Поэтому не буду тратить на покер. Сразу куплю самую дорогую карту. Нет, давайте самые дешевые сначала. Две карты самые дешевые. Да. Теперь я продам то, что мне не нужно. В основном это все. Быстрая продажа. Да, продать все ненужные вещи. Кожа мне тоже не нужна. Листья. По листьям можно забыть о них. Так, теперь. Любимое оружие это не то. Расходный материал. Расходный материал, мне нужна броня. Да, купить броню. Броня сколько хотя бы стоит, ладно, неизвестно. Сотка. Карты. Еще где-то была за 500, я видел. Вот она. У меня остается 3 карты по 1500, даже 4. Нормально. Ладно, теперь. Навыки. И можно прокачивать вот это. В смысле, я ж... Чё? Оно ж сохранилось. Окей. Пускай, допустим. Ну я ж это уже все прокачивал. Камон. Ладно, сохранить. Сохраню сейчас. Пожалуйста, только не говорите то, что я не взял ту реликвию тогда, которая была. А, у меня так оно не делается, да? Ага. Не, ну я там не вижу. О, я могу так передвигать. Тю. Все. Тогда все нормально. О, у нас уже 5 минут прошло, тихо. Быстро, погнали. Итого, у нас уже остается с вами мало-примало времени. А, найдите Сэма и распространите его... А, расспросите его, охоте. Что ты творишь? А, замочек взламываем. Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии.
Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. Прикольно. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Я. Ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Тату? Да. Кто-то задумал. Най-най-най. Нет. Хотя да. Я. Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного. Забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. А могу я тебе в хате полазить? Слушай, я хочу у тебя дома полазить. Эх, оборотень. Ну чё? Алло? Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Подожди. Пока что мне нужно понять. Ага. Далеко. Ну ладно, все побежали. Все будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно, лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. Я знаю, что делаю. Удачи. Блин, я что-то тупанул, нужно было взять просто машину и вместе с машиной ехать, а то теперь я буду пеша, вот это бежать хер знает куда. О! Эй, ребят! Ой. Фух. С вами все в порядке? Так давайте я сразу вас вещи пособираю. Да почему я не могу вашу взять просто сейчас униформу, да и все, и не мучиться. Ну че, поехали. Возьму этот кузов. Так, моторчик. Ой, тихо. Ой, да ладно. Все? Доехал? Да, я доехал. Недолго я катался. Ну, мне нужно было все равно уйти от преследования. А у меня сейчас будет все равно машина. Хотя можно выполнить еще вот этот. Не-не-не, я же сказал, что я буду сначала. Собаки просто гавкают там. Сначала выполню сюжетную всю линию. Так как мне игра позволяет, ну, я уже просто, да, себе... Все? Так как я немного уже себе проспойлерил. Даже можно сказать, не проспойлерил, а я так знал. С одной стороны, сколько игре лет, то что в конце можно будет потом попроходить. Тихо. О, у вас что, новородие? Так давай я сейчас возьму и обменяю обратно. Так, погнали. Б416. Бывает, что у оружейников сразу получается то, что надо. А бывает, они несколько увеличиваются.
увлекаются. Особенно если оружейники немецкие. На этот раз у них получилось то, что надо. Штурмовая винтовка П-416 представляет собой улучшенный вариант известного, но не лишенного недостатков оружия. Игрушка не из дешевых, но зато убойна и надежна, поэтому стоит каждое вложенное пенни. Нужно, короче, у этих пиздить оружие. И так я буду получать описание. Ладно, побежали. Почему у меня здесь патроны не фул? Вот это странно. Так. Тихо. Тихо. Не-н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 е. Они просто идут, ладно, они на меня нападать не собираются. Так, 200. Куда-то вообще вниз показывают. Все? То не нужное мне нихера. Пипец, целых 6 минут сейчас бы бежать, но зато мы с вами новую оружку получили. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. То есть мы будем без оружия, да? Найс. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Даже так. Прикольно. Стелс-прохождение. Я люблю такое. Значит, давай сразу придумаем, что нам делать. Тихо. Здесь. Наркоманчики. Это... Ладно, все равно будем все это потом ходить собирать. Но мы сначала будем проходить ту карту. Первый остров есть. А потом только сюда прилетим. В смысле? Я вообще не могу никого убивать. Вы что, гоните? Да уж. А что вы собираете не предложить? Я не разобьюсь? Блять, похуй. Нельзя прыгать в ворону. А можно было раньше это сказать? То, что нельзя прыгать. Классно. Нельзя прыгать. Убивать тоже нельзя. Но я мог бы по-тихому убить, чтобы никто не заметил. Ладно, хорошо. Не беда. А как мне тогда туда спуститься, если враг... Камешки! Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Камешки, точно. Наш бег уже бесшумный тоже. Ем. Да, ем. Русская е? Я в дереве. Меня не видно. Черт. И почему приходится спать в этой дыре? Ничего. Я тоже ничего не понимаю. Прыгать в воронку. Большой риск. Знаешь, какой большой риск? Ты поздно это сказал, когда я уже прыгнул. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Ты уже говорил. И что ты представляешь? Как мне это делать? Нельзя убивать, нельзя прыгать, да? Ну так, краса? Ой, ты гонишь. Джейсон, я могу туда прыгнуть. Меня убьет, да? Нет? Да. Хоть динозавров нет. Так, ну я так радуюсь, как могу, да, как. Арр.
Тихо. О, аптечка. Блин, пожалуйста, вернись обратно, я пробегу, да? Черт. Пожалуйста, иди обратно. Я прокрался уже в пещеру. Вся жопа вспылила. Ты пойдешь обратно? Если нет, я кину камень. Главное не тупануть. Окей. Сверху нету никого. Тихо. Ненавижу это дурацкое место. Черт. Ублюдок! Назови себя. Ну, камешек, ну! Неужто нервишки шалят? Давай, иди туда. В смысле, он меня посек? Ты гонишь, чел? Давай. Пиздец. Сколько это у меня займет? Всю серию? Фу, хорошо, что он настолько тупой. Фу, спасибо. Что это? Давай только ты не в эту сторону пойдешь, пожалуйста. Иди в ту, иди в ту. Что это такое? Ну иди тоже. Ладно, посрать. Хорошо. Я как-то это сделал. Окей. Что здесь? Все? Не-не-не, тут есть кусты. Я должен попасть внутрь. Это кто? Огнеметчик? Вот черт. А что меня спалило? Привет. Что меня спалило? Я ж пробежал тихо. Ладно. Допустим. Как меня увидели? И зачем... Не, ладно, даже не так вопрос поставлю. Как меня услышали? Значит, здесь я спрыгиваю, все хорошо. Там-то сразу, да? Я должен попасть внутрь. Вот, из-за чего? Типа я сделал никакого шума. Только что, ладно, там, да, какой-то был шум.
кусочка камня или типа того. Сейчас вообще шума не было. Вообще не было шума, но меня заметили. Это я замечу то, что у меня все улучшено еще по скрытности, да, тихие шаги. Вот это вообще почти не слышно, что я быстро перемещаюсь. Ну когда... А, и мне же потом, скорее всего, нельзя будет вообще никого убивать в костюме. А, я что нужен наемникам, по сути. Ой, боже, я просто так сделаю, да и все. Я должен попасть внутрь. Отправлю деньги домой. Со следующей получки. Тихо. Мне вот эти камни спалили, я спрыгнул по-тихому. Ты мой! Ах, ты ж ё-моё. Прикольно, я понял, хорошо. Ну, зато я понял, как мне быстро пройти по фасту у тех. В принципе, это легко. Хорошо, что у меня быстрое передвижение. Я успеваю по всем таймингам. Ну, вот, типа, первый тайминг, да? Он вообще не смотрит. Первый тайминг это сейчас будет, когда я резко пойду налево. Не направо я тогда шел, да? А сейчас пойду налево, по-быстрому обойду. Вот здесь. Вот, они только начинают идти. Я вместе с этим вот так пробегаю. И все. Я должен попасть внутрь. Так, что здесь у нас? Здесь мне нужно будет кинуть так камень, чтобы меня не увидел вот этот. Да? Да. Знаешь, что я хочу? Нормальную постель. Знаешь, что я хочу? Чтобы у меня сейчас камень полетел так, как мне нужен. Да. И что ты думаешь об этом? Смотри, оба на вечер. И этот... начинает меня бесить. Почему этот отвлекся? Да ты отвернись, чё ты поворачиваешься? Там я не пройду. Тихо. Фу, все, контрольная точка. Так, все, у меня дыхание под водой хорошее. Так. Куда, да куда мне плыть нужно? А, поплыли на ту сторону. Там разберемся. А, мне нужно как-то на кар... А, я нашел. Пожалуйста, только... Ух, оказывается, его нужно было убить, ладно. А вот мой костюмчик новый. Прикольный костюм, слышите? Такие перчатки, прикольно. Гы-гы. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Окей, без проблем. Новое обучение. Теперь вы носите форму наемников. Наемники не станут нападать на вас, если их не провоцировать. Легко. Типа просто к ним близко не подходить, да и все. Хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки тость. Чисто. Дела. Давай, иди. Следующий. Все. Это приятно. Давай, давай, проходи. Ты все. Все, дальше. Ты чист, Фостер. Пс. Хочешь рубить бабла? А нахрена я тогда приехал?
Местный заправила вас, недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом, а мы почему нет? Как же Хойт? У Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Ха. Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй, проболтаешься о нашем разговоре. Считай, ты труп. Надеюсь, дождя не будет. Эй, мне нужны тоже деньги. А, пошли. Эй, как поживаешь? Здорово. Эй, ребят, привет. Как дела? Румяные новобранцы. Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди. Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Чего я позарился на эти гроши? Вот идиот. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Да, это жестоко, очень жестоко. Я был поджаривать вас на окне, пока ваша кожа не лопнет. Пока у... как у цыпленка. Ладно, хватит болтать. Дикари хотят уничтожить мой труд. Мою гордость. Все. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. 3 месяца. Личный остров. Песок с водой. За голову Джейсона Броди. Знаешь... Нафига себе, личный остров за мою голову. Ладно. Наша голова. Как дела? Эй. Привет. Ну, все, да. Эй, чел, ты там в порядке? А, его кости, кажется, тоже испепелились. А не, вон он лежит, отдыхает. Как он туда внутрь кинул? Тут же ничего нет. Так, ладно, что мне нужно? Последняя стычка прошла неплохо. Раз. Да ладно, ладно, поплыли. Да? Я могу плыть? Могу. Как раз тут выход. Да? Мне нужно заюзать. Ладно, поехали. Тихо. Доедем и тогда закончим. У нас минута 20 осталось. Минута 10. Я не думаю, что это будет так уж долго. Блин, а тут закрыт еще остров. Почему тут так пусто? Эй. Я выкрутился. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Ха-ха. Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят 3 капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды.
Убей их, забери список, и я шепну Хойду, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Так, окей. Трехпалубник. Или трехпалубник. Как будет угодно. Так, там нам 2500, нихера себе идти. Что я хочу? Сейчас на вышку. Ну, в следующей, да, уже серии. И дальше там продолжим. Куда-то идти. Где сама это? Куда мне нужно? А, я могу быстрое перемещение сюда сделать, да и все. И сюда, и сюда, и сюда. Это не мучиться. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.